Всем привет, вы на канале Митера Ксалана, и я сегодня буду делать самый вкусный кофе для своего любимого папы. Смотрите, как это делаете. Первое, тарелку включена, да. Мы включаем кофе в кофе, а потом вот так вот открываем. Смотрите, тут здесь вот такое отверстие, которое надо прочунуть вот эту штучку. Это кофе тут спрятаться. Это будет сюрприз. Потом сюда засовываем и закрываем. И надо спросить теперь, большой кофе или маленький. Смотрите, бывает самый крепкий, черный, вот этот вот, тут отпечаток есть. А вот это зеленый, он обычный. А теперь мы сделаем большой, потому что там мой папа обычно любит большой кофе. Давай чашку, папа. Вот чашечка огромная. Значит, огромное кофе. Папа всегда любит большое, да, папа? Mm-hmm. Включаем его. Что, он такой сильно идет? Для меня. Опять идем. По-моему, пару секунд. Ладно, подойдем 10 секунд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И 10. Нет, не закончилось до сих пор кофе. Большое кофе или маленькое? Выбрали большое. Подойдем к капельницу. Маленькое стоит, папа. Кстати, дети, если кофе могут пить только взрослые, может произойти проблема, если дети выпьют. Поэтому не пейте кофе. Просто молочко можете пить, или сок, или водичку. Ну, водичку тоже можно отсрочить, ломичок. Но пиво детям нельзя тоже. Сейчас я покажу вам, как готовить молочко для кофе. Смотрите, вот эта штучка у нас еще есть. Вот эта кнопка-включатель. У нас уже все включено, поэтому можно делать. Смотрите, это детская. Это называется детская кофе. Это пена такая, только у нас это не сработало чуть-чуть. Ну ладно, у меня бутерброды был, но сейчас мы не про еду делаем, а про кофе. Окей? Давайте молочко, волшебство. Если, смотрите, если вы хотите обычную пену, то или вы смотрите, если вы хотите обычную пену, то без вот таких штучек берите. А если хотите большую и мощную пену, то тогда берите вот такую с крутинкой. А потом надо молочко нам взять. Давайте волшебство мне. Берем молочко. Волшебство. А потом наливаем в кофе. Тебе чуть-чуть. Все, давай. Еще раз. Перемотка чуть-чуть. Все. Забудьте те слова, которые я про это говорила. Окей. Смотрите, волшебство у меня в руке. Молоко волшебство. Потом наливаем вот это чудо. А здесь было вот это. Ну, можно или обычно? Вот это положим. Молоко может сильно закрутиться, поэтому просите у родителей помощи. Дети сами не смогут такое выдержать. Все, достаточно молочка. Нужно, чтобы посмотреть, вот этот крючочек видно было. Вот так вот нужно. Самое главное, не лейте до самого верха. Это может привести к опасности. Или к проблеме.
Вот молочко, молочко, молочко. Если много налить до сюда, то будет сбалтывать яйца для краю. И может делать запить весь дом. Ладно, не делайте так, а то проблема будет большая. Наливайте вот столько. Не для самого верха, а где-то до сюда вот. Все. Вот до сюда. Но чтоб было видно вот это. А то вряд ли у вас все получится. А потом мы сюда нажимаем. Нажимать? Ладно, давайте. Это страшновато. Окей. Значит, раз, два, три. Когда ты горите вот столько, тогда вы должны уже сдать. Будет готовиться. Вот бы вы видели этот фокус. С черным мешочком. А вот голубенький мне нравится. Кстати, опишите в комментах, какой цвет вам больше нравится. Мне, например, розовенький. Логично, потому что это девчачий. Ну, не очень логично еще будет, потому что я еще люблю голубой. Окей, будем ждать. Все, давайте, смотрите, слушайте. Вот такой звук. Пена идет. У меня не влится вот так вот, потому что я не для полного долила. Главное, смотрите, еще произойдет проблема, если до сюда долить. Будет проблема большая. Я обычно ни на что не смотрю, кроме этого чайника. Окей, вы не видите его, а я вижу. Смотрите, как он извивается. Все, кофе сделано. Готово. А потом ставим обратно кому-то еще. Берем ложка первая. И потом достаем. Опля. И не получается доставать. Вот. Вот пена. Ладно, мы продолжаем видео твое. Все, самый вкусный в мире кофе готов для папочки. Вот. Спасибо за просмотр. И поставьте лайки, подпишитесь и поставьте колокольчик. И ставьте еще, пишите в комменты, понравилось вам это видео или нет. И делайте подарок обязательно для родителей. Поэтому всем пока и до скорых встреч. Пока! Ой.